А в Чувашии началась подготовка к ежегодному экономическому форуму, который пройдет в рамках празднования Дня Республики. В этом году он будет называться «Регионы России. Устойчивое развитие». Экономический форум в Чебоксарах будет состоять из двух частей – пленарной и тематической. Сейчас ведется работа по формированию площадок, сообщил министр экономического развития Владимир Аврелькин на еженедельной планерке у главы республики. Ожидается не менее 1000 гостей. Будут приглашены члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, стратегические партнеры. С 18 по 22 июня пройдет межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ». Также Владимир Аврелькин подвел итоги прошедшего на минувшей неделе в Чебоксарах Russian Startup Tour. 100 лучших продуктов, 100 лучших инноваторов России вошли. У нас два проекта. Это провод повышенной эффективности нанокомпозитных сердечников. И первый проект. И второй – это разработка метода выявления мест современного поступления углеводородных флюидов в предел нефтегазовых месторождений. То есть это первые два участника, которым будут вручены сертификаты. Еще три разработчика примут участие в международной конференции «Стартап Village» в Сколково. Это Андрей Драгунов с проектом «Наноплазм», Михаил Кузьмин – защитные покрытия на основе циануританов, а также Андрей Терентьев – ветро- и гидроэнергетические установки нового типа.